Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Олег, и у нас в гостях по-прежнему игрушка «Братья по оружию. Адское шоссе». Как мы видим, смена обстановки очень интересно здесь выглядит. Одно крупное игровое издание, когда обозревало эту игру, сказало, что здесь самый реалистичный дождь. В принципе, я с ними согласен, выглядит довольно интересно. По крайней мере, даже необычно. Ладненько, не будем зацикливаться, давайте посмотрим. Ух, какая жизнь. Да, неплохо. Я попробую занять позицию здесь и посмотреть, что у меня есть. У меня есть огневой отряд огневой поддержки и расчет базуки. Очень даже неплохо. И что можно попробовать? Давайте попросим ребят расчет базуки стрельнуть, может получится. Да, вон наш снаряд пролетел, даже не задел их, к сожалению. Ну что ж, попробуем так. Ух-ху-ху-ху, назад. Просто жесть, смотрите. Здесь и в самом деле очень жесткая такая горячая обстановочка. Попробуем. Попытка не пытка, как говорится. Главное снять автоматчика, прекрасно. То, что я сейчас и сделал. Но его место займет, конечно же, кто-то другой. Так, у нас есть ребят, давайте попросим их. Сюда. Расчет базуки, зря я это, видимо, сделал, ну ладно. Отряд... Подавляющий огонь поставим рядом с нами. Попробуем зачистить эту местность. Видите, беседку такую. Я выберу для этого дела автомат. Да, видимо, зря я его выбрал. Ну что ж, попробуем как есть уже. Что, базука не добежала. Видите, базука рядом с нами. Поэтому вот такие вот дела. Давайте, чтобы ребята зря не скучали, попросим их разрушить несколько немецких укрытий. Вон, я вижу, что он выглядывает, но, к сожалению, попасть я в него не могу пока что. Я хочу сделать следующее. Отряд огневой поддержки я пошлю сюда. Пока у меня есть возможность перезарядиться и прикрывать наших ребят. Теперь просим, чтобы они кинули туда гранату. Подавляющий огонь, видите? Ребята не могут ничего сделать, пока идет подавляющий огонь. Пришло время высунуться нам и проявить свои навыки Супермена. Сделать что-то полезное. Давайте попробуем. По крайней мере, что-то должно получиться. Ух, там очень горячо. Надо послать наших ребят сюда. Пусть занимают здесь позиции. Отряд огневой поддержки здесь. И сюда же я посылаю расчет базуки. Очень удачное укрытие. Видите, наши ребята бегут. К сожалению, один раненый, но... Я думаю, что все обойдется. Готово. Очень специфическое оружие, но тем не менее. Значит, просим ребят, чтобы расчет базуки хоть что-то предпринял. Прекрасно. Видите, как разлетелись немецкие швайны. И у нас есть отряд огневой поддержки. Значит, что мы делаем? Просим, чтобы они стреляли по этой точке. А я попробую обойти это все дело. Все. Попробую хоть как-то пробежаться, пока они там стреляют. Может и получится. Точно не знаю. Так, вот. Видите, я занимаю позиции. Теперь буду вести огонь отсюда. Давайте перезарядимся. И все равно наши ребята, видите, ведут подавляющий огонь. Я могу пробежаться и посмотреть. Там происходит. Быстро прячемся. Вот так вот, такая простая тактика. Надеюсь, вам поможет. Конечно, любители стратегии или подобных тактических шутеров будут как-то иначе действовать. Но каждый выбирает свои пути на этой легкой войне. Значит, там падла, видите, закрысил. Давайте попробуем. Все. Мы с ним расправились, но я хочу сделать следующее. Я хочу поменять винтовку на немецкую. То. Вот, К-98К. Я ее забираю, и патрончики тоже к ней, все. Прекрасно, значит, у нас есть ориентиры, куда нам надо идти. Давайте перегруппируем наши отряды. Базука и огневая поддержка. Судя по всему, возле этого кафе у нас встреча, видите. Сдохни, сдохни, что ж ты не дохнешь, твою мать.
Вот. Только после прицела, прицеливания я мог его убить. Потратил очень много патронов. Это, конечно, не радует сей факт, но что поделать. Значит, берем автомат. Здесь это самое лучшее будет оружие в ближнем бою. И продвигаемся, будем смотреть, что меня здесь ждет. Я думаю, будет очень горячо. Так, давайте посмотрим. Угу. Первый фашист побежал, это хорошо, есть время прицелиться. Так, там тяжелая артиллерия, это очень плохо. Делаем мы следующее, друзья. Я посылаю сюда расчет базуки. Но, насколько я могу помнить, расчет базуки не стреляет по тяжелой артиллерии. И меня это не радует. Сей факт меня не очень радует. Давайте хоть попробуем. Подавляющий огонь, видите? Пока что не могут они ничего сделать. Ну, хоть рядом стрельни уже, чтобы что-то было. Так, оцениваем ситуацию, да. Ситуация не самая приятная. Значит, орудие стрельнуло, теперь у меня есть время пробежаться. А, это зря, зря, зря. Назад. Туда бежать — это просто самоубийство. Вот здесь есть вроде как переулок, давайте попробуем через него. Пусть базука стреляет, а отряд огневой поддержки я зову с собой. Так будет лучше всего, давайте попробуем. Так, нам показывает, что здесь есть фашист, прекрасно. Меня чуть не отправили на тот свет, но будем более коварными. И попробуем сделать то же самое, но с фашистами. Все, с этими мы расправились. Теперь я могу перелезть, посмотреть, что там такое. То есть попытаться обойти это орудие, видите? Фух, какая же жесть. Значит, пулеметчик у нас в окне, видите, там в доме. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Ай, ай, ай. Хорошо, что эти бетонные или кирпичные, тоже непонятно. Сооружение, слава богу, разрушить нельзя. И это меня радует. Пытаемся хоть как-то зачистить. Давайте попросим отряд огневой поддержки. Пусть стреляют. Пусть стреляют по тому. Ну хотя сейчас попробуем его убить быстро. Я не вижу там в окне, а чисто наугад. Вот, отлично получилось. Теперь делаем следующее. Черт. На волоске от смерти. Мы находимся на волоске от смерти, и это меня не очень радует. На расчет базуки надо попросить, чтобы они отвлекли внимание. Теперь я могу быстро пробежаться. Давай, пока они свою пушку не передвинули. Вот, видите, по фашистам тоже удачно получается. Прекрасно. Все, теперь орудие нам не страшно. Мы все сделали. И я могу позвать сюда, чтобы наши ребята заняли нужные позиции. Здесь будет отлично. Как раз то, что доктор прописал. Вот, его можно не сразу было заметить. Но там есть еще один. Можно послать наших ребят и попросить, чтобы они вели подавляющий огонь, а самим отбежать, посмотреть, что там такое. Надеюсь, он меня не грохнет. Было бы больно. Все, мы расправились с этими делами. Надо это, судя по всему, взорвать, да. Поэтому заранее пусть все наши ребята здесь перегруппируются. Прекрасно, давайте заложим. Все, всем бежать в укрытие, пацаны. Все. Теперь можно зайти в эту церковь и посмотреть, что там такое. Судя по всему, нам как раз туда и надо. Все наши живы, все здоровы. И это не может не радовать. Так, а почему мне показывают какое-то другое место? Давайте посмотрим. А, уничтожьте орудие. Вроде бы как уничтожили. Судя по всему, возможно, какой-то глючок. Поэтому давайте зайдем, посмотрим, что тут такое. Жесть. Какая жесть. Самое смешное, что эти укрытия можно без проблем разрушить. Просто-напросто. Все, мы уничтожили. Видите, здесь надо было до этого момента дойти. Орудие уничтожено, прекрасно. Посмотрим, что у нас здесь. Ух, как жестко. Аккуратно. Что там такое?
Надо оценить ситуацию. Здесь, кстати, есть патроны, тоже хорошо. Вон он сидит, я вижу его голову, поэтому сразу надо взять винтовку. А, не получилось. Все, можно подкрепиться патронами, прекрасно. Взять гранаты, наконец-то. Ну, пока что не было повода. Где можно было бы кинуть парочку гранат? Не попадались. Так, здесь вроде тихо. Занимаем позиции. Согласно купленным билетам. Да, все-таки для ближнего боя идеально подходит автомат. А винтовка у нас уж как получится. Вот, прекрасно. Вот так вот. Вот такие вот дела. Подавляющий огонь, и можно будет прямо к нему подойти и грохнуть этого козла. Ух, здесь жестко, смотрите. Давайте попробуем следующее. Кину туда гранатку. Может получится, посмотрим с вами представление. Ух, их-то подорвало. Но что-то не особо. Давайте еще разочек. Гранаты есть, можно и погулять. Все, руки, ноги, головы. Куда ты побежал, друг? От судьбы не убежишь. С этими тоже расправились. Все. Здесь местность зачищена, можно даже так сказать. Как мы видим, пока что не особо их тут порвало, но надежда умирает последней. Тихо. Идеально будет туда кинуть гранатку. Прекрасно. Жалко, что мы не можем лицезреть сие действо, но приходится вот так вот смотреть. Но вижу, что хорошо его так покромсало-то. Давайте еще разочек. Что у нас там? А, тихо. Во, идеально. Идеально, пошла, родимая. Прекрасно. Все, мы очистили ратушу. И, да, видите, голова или ноги, это для него просто украшение. Они явно были лишние. Вот, смотрите, дай пять, братюнь. Такие вот дела. Ух, как много немцев, черт возьми. Быстро стреляем, пока есть такая возможность. Может, кого-то да и раним. Посылаем сюда одних наших ребят. Давайте пошли. И просим их, чтобы они вели подавляющий огонь. Но, судя по всему, пока что нельзя, ладно. Расчет базуки. Тут же наших и огневую поддержку даже пошлем. Я думаю, будет в самый раз. А сами рискнем, как говорится, душой и попробуем уничтожить. А, черт. Возьми. Так, где мой расчет базуки? Быстро. Не получилось, к сожалению. Фух, черт, не получилось. Дело в том, что в этой игре можно танки уничтожать, просто к ним подбежав. И установить заряд, что я сейчас, собственно, и сделаю. Все, я установил заряд, быстро, Бейкер, давай. Сейчас должно рвануть. Один из Панзер 4 мы уничтожили уже. Остался еще один. Теперь надо понять, где он находится. Зовем сюда отряд огневой поддержки и ребят с базуками. Суровые челябинские парни. Вон он ездит, видите, показано. Так. Быстро. А, черт. Фух. Я надеюсь, что, слава богу, я жив остался. Теперь надо посмотреть, как ездит этот танк здесь. И заложить быстро взрывчаточку. Давай, Лижа. Все, установлено, убегаем. Быстро ноги в руки. Все, два из двух панзеров мы уничтожили, немецкие эти танки. Замечательно, теперь надо посмотреть, что же нам делать далее. Все наши ребята живы, хорошо. Меня это полностью устраивает. Так, что там такое? Вот, смотрите, немецкая точка была. Ну, пошла загрузка, посмотрим, что же будет далее.